Увеличение налога на прибыль на 7%, рост НДС на 6%, а НДФЛ на 4%. Это основные источники суммарного роста поступлений в бюджет страны. Руководители региональной налоговой службы сегодня подвели итоги работы за прошлый год. Так, в консолидированный бюджет области поступило 95 миллиардов рублей, а утвержденная губернатором Дмитрием Мироновым работа по мобилизации налоговых и неналоговых доходов позволила привлечь в регион дополнительно 650 миллионов. Кроме того, в результате совместных выездных проверок транспортной полиции в бюджет начислено еще 270 миллионов, а итогами судебных решений стала сумма более чем в миллиард рублей. В планах повысить эффективность выездных проверок, обеспечить положительную динамику поступлений налогов и страховых взносов, а также обеспечить по ним снижение долга. В 2019 году при непосредственном участии налоговых органов были подготовлены изменения и дополнения практически во все региональные законы, касающиеся налогообложения. Достигнутое сегодня – лишь повод поставить перед собой новые цели и задачи, следуя заданным ориентирам современной экономической ситуации. Налоговые органы Ярославской области, наверное, одни из первых, кто приступил к действительно четкой реализации реформы контрольно-надзорной деятельности. То есть это и бесконтактные технологии, это возможность доступа через интернет, это чистота среды, это проведение проверок исключительно на основе риск-ориентированного подхода.